шанс стать частью команды администрации Сургутского района. Стартовал прием заявок на конкурс «Лучший управленец». Главный приз – грант на обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и трудоустройство в мэрию муниципалитета. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, у претендентов должно быть высшее профессиональное образование и непрерывный стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Прием заявок продлится до 2 марта. После этого комиссия в течение 2 недель проверит представленные документы. Заключительный этап тестирования и индивидуальное обучение пройдет с 25 марта по 3 апреля. Заявку и перечень необходимых документов можно найти на сайте. Мы ищем человека, который выиграет, который заинтересует нашу комиссию, который может что-то предложить для улучшения социально-экономической деятельности в районе. У него есть предложения по модернизации каких-то управленческих, экономических процессов. И мы готовы за счет бюджета Сургутского района этого человека дополнительно обучить.